Друзья, добрый вечер. Сегодня я вывел еще одну замечательную функцию программы Movavi. Не реклама, это для себя и для тех, кто пользуется этой программой. В каком плане? Вот сделал запись этого видео. Ну, в общем, инструктаж, как правильно косить газон. И получается так, что видео изображение есть, а звука нет. Я не знаю, в чем проблема. Это не программа Movavi, это... что-то случилось, то ли телефон упал, посмотрите характеристики, вот, либо, ну, не могу понять, что произошло, вот изображение есть, а звук, вот, начинается в середине видео, вот видите, здесь середина видео, вот у нас первая часть, первая половина прошла, там 9 минут, там 9 с копейками, и вот, и вот с середины видео пошло, пошла звуковая дорожка работать. Вот. Как я вышел из положения? Как я вышел из положения? То есть получается здесь, вот здесь в середине у нас, получается видеодорожка зафиксирована, а аудиодорожка вот здесь не зафиксирована. То есть не могу понять, что, то ли сбой телефона. Я вышел из положения следующим образом. Значит... Я разделил дорожку в моменте, где начинается звук, то есть вот видео и аудиодорожку. Потом, что я сделал? Удалил нижнюю, то есть первую часть дорожки, первую половину видео. Вторую половину видео, там где у нас звуковая дорожка сохранилась, я ее переместил, то есть я ее опустил вниз и переместил куда? В самое начало. И вот что у нас получается. Обратите внимание. Да. Смотри, во-первых, вот видишь стрелочка, она указывает на высоту. То есть у нас практически... Он сейчас стрижет. Вот. Да. Вот здесь. Вот. А здесь уже видео в правой половине видеодорожки сохранено. То есть уже не работает. Вот видите, да, здесь. А вот здесь, получается, видеодорожка в левой части как бы зафиксирована. И, назад можно, да? И идет синхронизация. То есть я, в принципе, синхронизировал видеодорожку со звуковой. Так что пользуйтесь этой программой. Повторяю еще раз, не реклама, не рекламирую ее, но мне эта программа нравится. Простая, действующая. Можно делать фильмы по вашему желанию. Так что пользуйтесь на здоровье. Используйте практику, которую я прошел. Еще раз благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки или дизлайки. Ну и до встречи на следующих видеопроектах.